Слышать ваши аплодисменты. Мы 3,5 месяца были лишены этой радости. Теперь, наконец, мы с вами соединились. Мы это симфоническая, национальный симфоническая филармонический оркестр, и я, Игорь Шеврук, приготовили вам программу из легкой, популярной музыки, чтобы хоть на какое-то время немножко забыть о всех треволнениях, которые пытали нас последние 6 месяцев. Это наш нетерпеливый солист. Он сегодня утром ушел на пляж заниматься, и после этого его никто не видел. Но, к счастью, он вернулся. Вы уже слышали звук этого инструмента. Инструмент называется фагот. Чешский композитор Юлиус Фучик, земляк и полный однофамилец, тезка знаменитого автора репортажа «С петлей на шее», написал специально для фагота польку, которую назвал «Старый ворчун». Thank you.
Поколюк. Лет 50 назад в старом монастыре где-то в Баварских Альпах были обнаружены рукописи нотные без указания автора. Поскольку обычно так говорят аноним, пишут аноним и музыку публикуют. Но эта музыка оказалась очень интересной, поэтому симпозиум музыковедов решил все-таки докопаться. Тоже автор этой музыки. После нескольких двухмесячных примерно анализов пришли к выводу, что эту музыку написал один из сыновей Баха. Вы знаете, что Бах и музыки много писал, и у него было довольно обширное потомство. Поскольку все его сыновья, внуки и племянники были уже классифицированы, определены, то решили, что эта музыка принадлежит перу его сына, может быть, внебрачного. И поскольку все перечисленные, все указанные Бахи, так сказать, были классифицированы по инициалам, этому Баху дали инициалы ПДКЮ. Почему ПДКЮ, так никто не объяснил и не понял. Когда мы с камерным оркестром Одесской филармонии играли эту музыку в Испании, я высказал предположение, что ПДКЮ означает Педро Дон Кихот. Ну, испанская публика была в захвате, конечно. Сейчас мы вас познакомим с несколькими произведениями этого интересного композитора. И начнем мы с увертюры, которая называется, вы не поверите, увертюра 2012. Гениальные композиторы, гениальные музыканты, вообще гениальные люди, обладают каким-то даром предвидения, что ли. И тогда, 200-300 лет назад, написать симфонию увертюра 2012, это чего-то стоило. Вы помните эту дату, конечно, вы помните, как мы переживали этот год, и как мы хотели, чтобы он скорее закончился. И, кстати сказать, именно по этой увертюре музыковеды установили, что это именно музыка принадлежит семейству Баха, потому что композитор использует прямо буквальную цитату, начинает с нее, из третьего Бранденбургского концерта своего великого Иоганна Себастьяна. Итак, увертюра 2012. Thank you.
вам наверняка показалось, что некоторые мотивы, мелодии, которые вы сегодня услышали, уже где-то звучали у других композиторов. Так я вам должен сказать, что в то время, когда анонимно этот бар существовал, его музыка была очень популярна, исполнялась в Европе очень часто, и она почти стала народной, поэтому композиторы последующих поколений без зазрения совести пользовались этими мелодиями спустя 100 и 200 лет. Следующая пьеса, которую мы сыграем, называется «La Insolvenza». По-итальянски значит «неплатежеспособность». Но, видимо, и тогда, и сейчас обычное состояние музыканта. Мы сыграем две части из сюиты «Фюрстенсюита», княжеская сюита этого Пэ-де-Кью Баха, прелюдию «Финал», который почему-то называется в партитуре «Финале и легале», нелегальный финал. Еще одна загадка для музыкантов. Thank you.
вы, вероятно, согласитесь со мной, что искусство, в том числе музыка, призвано не только развлекать, но и немножко воспитывать, пробуждать в людях возвышенные чувства, может, даже какие-то мысли. Поэтому мы рискнули включить в программу сегодня довольно легкомысленную такую, одно серьезное произведение – симфонию. Этого же композитора, опять-таки, Баха. Симфония одночасная. И, судя по всему, это последнее его произведение, судя по оркестровке, по композиции, может быть, даже посмертное. Называется она «Левинс симфония», то есть «Симфония жизни». Как у каждого человека, бывают моменты, когда хочется оглянуться, подвести итог всей своей жизни. Вот эта симфония посвящена как раз этому итогу жизни. Наберемся терпения. Симфония. Обратите ваше внимание также на тонкость и изящество оркестровки этой симфонии, которая никак не помешает глубине этого произведения. Я даже растерялся. Какой итог жизни музыканта? Ну, а сейчас послушайте эстрадную увертюру Мурада Кожелаева.